24 сентября 2023 года в милицию с заявлением обратилась жительница Слуцка, 2004 года рождения, в котором сообщила о том, что 24 сентября был похищен ее велосипед «Стелс», который она оставила около магазина в Слуцке, стоимостью 500 рублей. В ходе проведения проверки сотрудниками уголовного розыска Слуцкого РОВД было установлено, что данное преступление совершил неработающий житель города Слуцка 1987 года рождения. В отношении его, Слуцким РОСК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Подозреваемый задержан, похищенный велосипед изъят.